где саксы и даны живут в мире. Другого я и не ждал, ведь тут правит ярл Хеминг. Буду рад вновь повидаться с Вилли. Наливай меда. Эйвор пришел с Ноттингем. Сколь! Убедитесь, что груз закреплен как надо. Мы всплываем. Сам не верю. Неужто это и правда ты? Трюгве, старый пес, как ты? Видеть старого друга. Добрый знак, Эйвор. Гляди-ка, твою щетину можно принять за бороду. Хе, но еще недостойно ярла. А где же Вилли? Я был рад его посланию. Сегодня я его заменяю. Они с отцом отправились в Улкендорм отражать вторжение пиктов. Осада была долгой, и ярл Хеминг жаждет покончить с ней. Давно я не сражался бок о бок с Вилли и его отцом. Но я всегда готов им помочь. Тебе стоит знать, что отец Вилли теперь не настолько крепок телом, как раньше. Как же так? Ярл Хеминг здоров, как бык. Это верно. И он будет рад видеть тебя, как сколь, зажавший в зубах луну. Идем. Быстрее всего добраться по реке, но здесь для нас враждебные воды. Хорошо, что ты здесь. Мы сможем защитить коней волны. Опасность меня не пугает. Готовь корабли и отправимся в путь. Наш ярл и так слишком долго ждал. Последуем в лагерь за братом Волка. Шала влага битв, а с победами неизбежно приходит и слава. Верно! Готовьте зверей пучины. Эйвор, брат Волка, проводит нас вверх по реке. Помню, когда мы с Вилли были детьми, по вечерам у очага ты пел на множество славных саг. Но ни одной о том, как ты пошел на службу к ярлу Хемингу. Это ведь славная сага? Да, пусть и печальная. Тогда я был... Больше паруса! Скади послала нам тяжкую зиму, и в наш клан пришел голод. Чтобы прокормить нас, моя семья взяла в долг, но я был слишком горд, чтобы вернуть его. Я хотел грабить, а не трудиться. Я, Хеминг, мог забрать у моей семьи. Там пикты! Защищайте суда!
Залп! 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 Бою! Залп! 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 Готовь луки! Залп! 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 Поднять парус! Пикты вон там! Охраняйте суда! Готовьтесь! Зал! Повернуть назад! Защитим суда! Ярл Хеминг будет доволен! Готовьтесь! Готовь, Локи! Залп! 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 Надо причаливать. Тихо. Мне приказано отправиться в Стоунбург, и наш лагерь рядом, так что иди без меня, Вилли и Ярл Эль.
Мы не видели тебя уже, верно, зим 10. Здравствуй, друг. Эй, не надо так делать. Пикты боятся нас. Готовьтесь к битве. Клянусь Фрейей, ты здесь. Здравствуй. Ярл Хеминг, за мной посылал твой сын. Повод для радости, что в Англии редкость. Жаль только, что вести у меня не слишком добрые. Ведь на нас надвигается буря. Но при виде тебя мое сердце ликует. Ты славно выглядишь, Эйвор. Сильным, крепким. Мое сердце тоже поет. Я рад видеть тебя. По слухам, у тебя сердце скальда и дух воителя. Их бойцы оживились! Пора наступать, пока погода не поменялась. Весь мой клан откликнулся бы на твой зов. Нет нужды. Мы прихлопнем врагов, как мух. Трюгве сейчас мчится в Стоунбург, чтобы не дать им сбежать. Не пройдет и дня, как все будет кончено. Я ваш ярл вот уже много лет. Знаю и люблю вас с тех пор, как вы были детьми. И это мне только в радость. Надеюсь, с годами ты не лишился сил. Вилли, ты не запинаешься. Что, забыл выпить? Но сегодня вы бьетесь не за меня, не за друзей. Сегодня вы бьетесь за своих детей. Чтобы они могли вырасти и стать честными. Как и вы сами! Мы отобьем Олкерторп ради них! Трюгви и Эйвор приплыли с грузом стрел и масла. Укрепления пиктов будут гореть! Кто покажется на вершине той башни с оружием их вождя, получит меда на целый месяц! Клянусь Тором, Вилли, как я рад! О, правда? А может, ты просто хочешь вырвать славу из моих рук? Вилли, слава мне не нужна. Я хочу помочь тебе и твоему отцу. Какая крутость. Скажи, Эйвор, что с тобой стало? За давнюю дружбу. И за грядущее. Бейтесь насмерть, Хеммингсоны! Победим сегодня! Завтра пируем! Рожгите стрелы! Горяне все огнем! Вождь пиктов прячется за спиной. Наверняка крепка. А он... Нападут, как только увидят. Вот и вождь.
Ты ранен? Нет, нет, прекрати, все в порядке. Это всего лишь царапина. Хеминг, гордость не исцеляет. Тут нужен лекарь. Мой клан славно сражался, верно? Ты видел их отвагу. То, как они шли за мною в бой. Неудивительно, они верят тебе. И любят моего сына. Но Теном он не по нраву. И у меня уже нет времени их убеждать. Ты болен? Ты это видишь. Мой сын нет. Он думает, что я бессмертен. Как иначе? Он не хочет принять мое бремя. Так весть мне послал Вилли или ты, Хеминг? Я подумал, что на зов Вилли ты ответишь быстрее. Мне нужна твоя мудрость, Эйвор, и чуткость. Они твои, Ярл. Скоро соберется Альтинг, где Тены изберут нового Ярла. И я в раздумьях. Я мечтал, чтобы меня сменил мой сын. Но сам он не хочет. У него сердце воина. А еще есть Трюгве. Он умный, хороший человек. Пусть и не столь славного рода, и не так отважен. Они оба достойны, но не сравнятся с тобой, Ярл Хеминг. Еще не время утруждать себя выбором наследника. Ты мудр и прозорлив. Пусть это поможет тебе сделать верный выбор. Вилли собирался к водопаду Киндер. Поезжай с ним. Вам есть о чем поговорить. Если я замечу рядом валькирий, отошлю их обратно. Я еще в силах от них отбиться. Вилли. Вот и ты, вперед! Поскачем к водопаду. Он дар Фрей этим безжалостным землям. Ладно, надеюсь, у меня захватит дух от одного его вида.
Знаешь, ты неплохо сражаешься. Я славно тебя обучил. Вилли, ты учил меня драться с воздухом, с деревьями и сугробами. Нет, однажды я точно спас тебя от сугроба. И от дерева-убийцы. Я уверен в этом. Того, кому чудятся деревья-убийцы, слишком часто били по голове. Видишь ту башню? Помнишь разрушенную стену в Норвегии по пути к дому дяди? Помню, как и зимний ветер, пробирающий до костей. Мы пробыли там не один час. И все из-за тебя. Потому как искали цыплят, что у тебя разбежались перед Йольским пиром. Славно снова скакать вместе с тобой, Палка. Я же говорил, что это был драконий хвост. Как по мне, обычная палка. Точно не хвост дракона. Тебе напомнить о твоем путешествии по предрассветным улицам Ставенгера? Без штанов, со слипшимися от меда волосами и в заблеванной одежде? Значит, то был драконий хвост. И зачем тебе мед моего отца? Не боишься проснуться нагишом в каком-нибудь свинарнике? Так ты называешь свой дом. Стоунбург. Отец ведь послал сюда Трюгве. Нужно спешить. Что случилось? Я прибыл слишком поздно. Пикты подожгли все и бежали. Они мстят нам. Там в домах еще много людей. Спаси их, Эйвор! Займись ранеными, мы справимся. Еще не всех спасли. Нужно поторопиться. Пожалуйста, скорее. Пожалуйста, скорее, скорее. Нет, нет, нет. О! Бросьте вещи! Бегите к Трюгве! Там безопасно! Нет! Огонь! Нет! Спасибо! Я думала, это мой последний день в Мидгарде. Меня там кто-нибудь... Кто-нибудь слышит? Спасибо тебе. Спасибо. Помоги и остальным.
Спасибо, Дрэнк. Спасибо. Прочь! Живо! Здесь опасно! Где ты? Давай живо сюда! Вилли! Ты где? Отвечай же! Нужно расчистить завал! Что видишь, Сюнин? Принеси женщину! Тебе еще не пора в Нифльхейм. Не сегодня. О, хвала все отцу! Держись за меня! Я тебя вытащу! Чуть было не пришлось спасать тебя, Вилли. Если я умру, значит, пришел мой час. Нити судеб сплетены. Простите, но вы двое не должны так рисковать собой. Вам нужно думать о своих людях, о будущем. Вилли, внемли его мудрости. Весь твой клан полагается на тебя. Нет, на моего отца. Я делаю то, что умею. Сражаюсь и пирую. Как же я рад, что ты снова мне помогаешь, Эйвор. Видишь тяжесть моей ноши, Эйвор? Муж с телом аса и разумом тролля. Палка, ты совершенно не изменился. И не изменюсь. Слушайте, сейчас не время отшучиваться. Нам нужно помочь раненым. Это по твоей части, Трюгве. Спасать еще ладно, но слава целителя мне ни к чему. Воды водопада Киндер облегчат боль. Скажи отцу, что я буду там. Вилли, стой! Эйвор, задержись чуть-чуть. Ярл Хеминг рассказал тебе о том, что с ним? Да, сказал, что Вилли и слушать не хочет. Теперь Вилли будто живет в другом мире. У него внутри что-то надломилось, и он не готов взглянуть правде в глаза. А как насчет тебя? Ты готов к грядущим переменам?
Я смирился с тем, что нам готовит судьба. Тебе стоит заняться ранеными, а я поговорю с Вилли. Водопад Киндер прекрасен. Вилли не лгал. Но где же он сам? Осмотрись, Сюнин. Нашел мое убежище. Лишь глухой не услышал бы, как ты поешь. Твое карканье и мертвых поднимет. Стычки с пиктами, видно, тебя измотали. Ничуть. Чем больше шрамов, тем больше славы. Взять моего отца. Бывалый боец, а изрезан, как баран на вертеле. Неудачная шутка, Вилли. Особенно теперь. Чудесные воды, верно? Исцеляют дух и тело. Настоящий дар Фрейи. Вилли, твой отец умирает. Пора это признать. Когда он уйдет на вечный пир, ты станешь ярлом. Это твой долг. Эйвор, я уже порядком устал от местной сырости. Здесь слишком тепло зимой и холодно летом. Говорят, в Мерсии куда лучше. Густые леса, яркие краски и журчащие ручьи. Там, где вы поселились, так? Вилли, ты идешь наперекор обычаям. Сын всегда должен следовать по стопам отца. Эйвор. Я и сам хочу, чтобы ты стал ярлом. Клану Ворона нужны союзники в Англии, а ты мой лучший друг. Ты заключишь с нами союз, кто бы ни возглавил клан. Вас с Сигурдом здесь обожают. Вилли, твой отец умирает. Пора привести свои дела в порядок. Это дела клана. И весь клан будет решать, что мы предпримем дальше. Ты еще можешь примириться с отцом. Мне судьба не сделала такого подарка. Не отвергай его. Вилли, Вилли, скорее! На нас напали? Твой отец. Он при смерти. Поспеши в длинный дом. Ярлу Хемингу недолго осталось. Нужно увидеться с ним.
Смотри по сторонам! Мама, Яру Хеминг попадет в рай? Я надеюсь, что да. О, нет, Хеминг! Наш Яру! Он скоро уйдет к нашим дре. Эйвор! Я снова вижу вас вместе, как в старые добрые времена. Словно я опять молод. Хорошее чувство. С ним и дорога в зал павших будет легкой. Эйвор, ты стал славным воителем. И от твоей мудрости будут слагать песни. Мне было у кого учиться, Ярл Хеминг. У тебя больше всех. Прошу тебя, не забывай мои уроки и учи других. Отец Вельва уже идет. Со снадобьями, с припарками. Я помню, как держал тебя, Вилли, одной рукой, когда ты только родился. Смотрел, как мой маленький мальчик растет, машет палками, бегает по лужам и мечтает о славе. Я горжусь тем, чего ты добился, сын. И еще я горжусь тем, кем ты станешь. Чтобы я... Отец. Вилли. Нужно готовиться к похоронам. Я созову свой клан. Собери тенов этого Шира. Тены начали собираться. Трюгве нужна наша помощь. Ищи нас у погребального костра, на холме за деревней. Нужна твоя помощь, Сюнин. Что такое?
Расправь крылья, Сюнин. Его путь в Вальгаллу будет освещать бушующее пламя. Эйвор. Дрэнк. Спасибо, что пришла, Сунева. При виде старых друзей сразу легче на сердце. Мы прибыли сразу же. С дарами для ярла Хеминга. Поминки продлятся несколько дней. Скоро ли мы начнем? Погребальный костер почти готов. Всем гостям нашлось место. Еще немного, и можно будет начинать. Хорошо. Ты молодец, Стрюга. Я поклялся ярлу Хемингу в вечной верности и сделал бы для него все. Альтинг нужно созвать через неделю после похорон. Тены этого Шира назовут вильярлом нашего клана. Если, конечно, смогут оправиться после недели пьянства и слез. Похороны будут славные. С холма отец сможет смотреть на свои земли. А пламя костра будет видно по всему Ширу. Отлично, Трюгви. Это было его любимое место. Думаю, пора начинать. Я присмотрю за гостями. Я избавлю тебя от них позже, когда мед наконец ударит им в головы. Спасибо, Эйвор. Спасибо тебе. Трюгви крепче скалы. Пока он здесь, в Хемторпе будет царить мир. Он славный. Эйвор, я покину тебя ненадолго. Хочу забрать кое-что для отца. Подарок. Когда ты успел сделать погребальный дар? Я хотел отдать его отцу еще при жизни. Это невероятная вещь. Я принесла дар от клана Ворона. Он лежит в башне на другой стороне Хемторпа. Спасибо тебе. Буду рад его увидеть. Я хочу взглянуть на дар. Он должен быть достоин ярла Хеминга. Эйвор, у тебя тяжелый взгляд. Что тебя тревожит? Перед смертью Хеминг хотел услышать мой совет. Спрашивал, кому следует возглавить его клан. Это будет Вилли, разве нет? Так гласит обычай, да. Трюгве просил меня помочь Вельве с погребальными жертвами. Может, стоит посоветоваться с ней? Хорошая мысль, но я пойду к ней один. Расставь у деревни дозорных. Пусть поминки пройдут спокойно.
Сюнин, разведай местность. Все мы горько скорбим по ярлу Хемингу. Празднично. Слишком. И слишком рано. Пожар, драки, и все гости уже пьяны. Тьфу, это чересчур. Хэмторп может загореться раньше костра. Боги, неужто я подвел ярла? Ладно, Трюга, я утихомирю буянов. Сакс сотворил! Как он смеет оскорблять нашу культуру! Попадется мне в руки, ему не жить! Они ведь его убьют! Говорила я ему, не надо! Теперь он заперт в том доме! Выходи, грязный крысеныш! Что здесь происходит? Как ты посмела мыть Хемминга своей жижей? Я задал тебе вопрос. Там в доме прячется Сакс. Глупец, который хочет отправить Хемминга в их рай, а не в Вальгалу. И теперь дрожит от страха за дверью. Так лучше для его бессмертной души. Сейчас сам проверишь, как лучше. Эй, успокойтесь. Я поговорю с ним. Узнаю, что он затеял. Боже мой! Люди снаружи злы на тебя. За что? Я сделал все как надо. Лучше выйди на улицу сам, пока еще можешь ходить. Да, да, я пойду. Только не бей меня. Вон там лежит ключ. Открой дверь, и я выйду вслед за тобой. У тебя есть ключ? Открой дверь. Поплатишься, осквернитель! Довольно. Пусть он сам все объяснит. Клянусь, клянусь, я любил Хемминга! Хотел отправить его душу в Царство Божие! И облить его тело мерзкой водой? Она в святой воде христиан? Конечно! Я окропил его во имя Господа! Хемминг не стал бы плакать из-за пары капель, и вам не следует. Он осквернил тело мертвого. Сам Хемминг только посмеялся бы. Нет, пожар! Моя...
Что это еще за водка? Бесценный дар, достойный ярла. Взбеши, а то вся сгорит. Нет, пожар! Моя водка сгорит же! Нет, пожар! Моя водка сгорит же! Если это твоя водка, то я спас ее прямо из пламени. Стерпел жар Сурта, да. Этот крепкий напиток русы в Киеве варят из зерна. Налей себе чашу. Немного выпить точно не помешает. Боевых петухов Хеминга? Драконы с острыми когтями! Спаси меня! Благодарю, Тор, за спасение. Протрезвеешь, держись подальше от петухов. Ну вот, хоть какой-то порядок. Теперь надо сообщить другу.